В рамках проекта сочинцы смогут безвозмездно получать приглашение на концерты Сочинской филармонии. Для этого нужно обратиться в Зимний театр. Участники программы становятся и помощниками, распространяют у себя в районе и среди знакомых флаеры и афишки филармонии. Цель программы – возродить культуру посещения концертов и представлений Зимнего театра и органного зала. Предполагается, что в рамках программы концерты посетит не менее 120 тысяч человек. Также в этом году будет создано не менее 10 новых концертных программ.